Вот принимаю воду, лагерь стан. Вот это ведро захвати, Виталий. Тоже полное, да? Да, я его полное налить. Не-не, туда на кухню захвати его. Пускай туда налить. Они тебе там подают, ты будь на кухне, они тебе подают, а ты сливай только. И ведро обратно возвращай им. Андрей, подходи, ведро принимай сразу. Нет, там к нам на забор повесить. Давай, бери, во. Туда дальше на забор вешай. Тимофей пришел. Тимофей пришел, вот он. Ведерко принес. Тимофей, ты куда? Отдай ведро. И стой, жди. Вот. И Фросинья пришла. Принесла водичку. Вот Кирилл. Идет. Тихо, тихо, тихо. Кирилл, аккуратней. Будут, не плескай. Фрося, что ты стоишь? А, ты два ведра. Все, умываемся. Ребята, умываемся. Что стоим тут? И готовимся к зарядке. Ну, кто умылся, умылся. Надо было садиться. Садиться нельзя, да. Вон у нас идут. Самые маленькие. Еле-еле. Вот они первый раз идут за водой. Тяжело им. Ну вот, с Божьей помощью. Комариками со слезами донесли. Ждем ведерки. Ведерки ждем. Не отходи, не отходи. Во флягу налили? Да. Все, значит, большие ведра заливайте. Вот эти синие, которые большие. Их также ставьте туда. Вот эмалированный нож, я запомню. Кирилл где? Кирилл! На, еще и друг держи. Там в этот в бак еще с водой надо долить. Питьевой. Долил, да? А, ну все. Нет, туда нельзя, там только техническая вода. Нет, еще одна какая-то. Ну это. А, это все, вон туда на забор вешайте. Так, вот здесь вот Кирилл зря повешал, конечно. Помоги им это, Ксюша, повешать. Кирилл, Кирилл, ведра ты не туда повешал. Ты что, там затворено, за это закрывается. Он сразу уронит. Рося умывалась? Это не видно. Молодец. Вот, слава Богу. Вот так каждое утро у нас проходит в детском православном лагере Стане. Вот Тимофей начал умываться. Тимофей, только побыстрей умывайтесь. Ну все, слава Богу за все.